Сегодня 30 сентября, воскресный день. Вот, на силу Черепанов решил помочь скидать уголь. Идите, попейте водички. Макс. Второй день у меня. Куда полез? Фу! О, полез, шарится-то. Вылазь оттуда. Макс. Пойдем водичку там попьем. Пойдем. Арчи. Это Арчи и Макс. Вот этого Макса купили как хаски. Отдали 10 тысяч за него, а оказалось роду и не хаски. Метис какой-то, борода у него там. Непонятно. Ну, похож на хаски. Только линяет и в машине очень переносит, он у него лапы все мокрые, слюни текут. Уже убрали сестры. Ха, кошку увидал. Догнал. Василий трудится, жилистый парень. Макс, иди сюда. Василий, тебе сколько лет? Да. Сколько лет тебе? Лет тебе сколько? 71 будет в январе. 70, да? 71 в январе. Ага. 14. Планируешь в новом доме отмечать, наверное, день рождения, да? А? Планируешь в новом доме день рождения отмечать? Почему? Они продадут только в конце апреля. А, только до 1 мая, чтобы продать. Время есть. А раньше почему не продают? А раньше почему не продают? А я не спрашивал. Ну, у меня с деньгами затруднение. Только 300 будет. А, у тебя с деньгами. Ну-ка, уйди оттуда. Арчи, иди ко мне быстро. Залез туда. Шарится. Ну-ка, вылазь. Покупатели, найди. Да я что, искатель, покупатель. В этом году продадут. Ищи, я что тебе? Ну так я тебе про что и говорю. Покупателя не могу найти. Так, ну что, сейчас буду тебе помогать.